Всем привет! Сегодня осуществляю свою мечту, которую не мог осуществить несколько лет. Дело в том, что в юности я занимался греблей, и сейчас около 15 лет я уже не стоял в каноэ. Не знаю, что сейчас получится. Надеюсь, я не перевернусь. Надеюсь, получится хотя бы проехать. Все-таки тело, мышцы, какая-то память должно помнить это все. Хотя держать равновесие на каноэ, это, наверное, тяжелее, чем на велосипеде в раз 10. Поэтому, смотря ролик, не судите строго, я буду стараться. Надо немножко потренироваться. Я 15 лет не стоял на этом деле.